остались таких любимых нам аудюхах. Вот сегодня авторынок Велт сделал нам и вам очередной последний подарочек. Почему последний? Объясню. Август на дворе. В июле включили нам счетчик. На бабосы посадили. Любимая новая растаможка. Не знаю, кому может это дело нравиться. Мне не нравится точно. Но машина эта приехала в конце июня. Еще по старой цене. Приехала она из Германии. По дорогам России ездит вот сейчас прямо вместе с нами. Как ездит? Ездит замечательно. Почему? Потому что под капотом V6, 2,4 литра и ручная коробка. Что мне нравится в Audi? Мне нравится огромный, большой, безразмерный салон. Автомобиль для преуспевающего человека. Потому что здесь можно с огромным комфортом ехать всей семьей. Ну или веселой компанией. Для веселой компании здесь куча всяких прибамбасов. Потому что по-другому никак нельзя назвать обилие дополнительных бардачков, подстаканничков, климат-контрольчик. Все очень-очень симпатичное. На третьей скорости можно ездить по городу практически не переключаясь. Коробочка ручная для любителей активного стиля вождения. Я даже не знаю, для чего здесь оно придумано. Переключение передач легкие и фиксируемые. Точно знаешь, где и что воткнешь. На панели приборов тахометр с красной зоной около 7000 оборотов. Датчики. Температура двигателя. Ну и для чего-то приспособили сюда еще и вольтметр. Большой циферблат, хорошо украшенный, показывает вам магическую цифру 260 км в час. Это реально? Климат-контроль, он раздельный. Для каждого пассажира впереди, ну и сзади, разумеется. Мощная акустическая система. Чисто субъективное ощущение. Меня сиденья приняли всего, целиком. Почему? Потому что еще одна пенечка. Сиденья здесь от фирмы Recaro. Анатомические. Единственный, но очень солидный недостаток у Audi. Это полное отсутствие скромности. Огромный салон и не менее огромный багажник. 23 тысячи долларов. Именно долларов. Машина покрашена все-таки в зеленый цвет. Для трехлетней машины. Это немного. А если сравнивать по цене ее с новым вариантом, заметим, что это последняя Audi. Она не поменялась. То цена становится еще более впечатляющей. Конечно, если у вас есть дополнительные 20 тысяч баксов, вы можете купить и новую машину. Какой смысл? Потерять за 3 года такую приличную сумму. Если вам без разницы, можете ее отправить авторам передачи «Автостоп». Мы и вас покажем.